Так быстро отвечаем, не задумываясь. Да, нет, или, возможно, другие варианты. Ты веришь в настоящую любовь? Да. Ты не устаешь быть популярным? Стоп. Просто про настоящую любовь. Вот тоже бы. Ладно, давайте потом, да? Да. Ты не устаешь быть популярным? Можно дальше? Брюнетки или блондинки? Мне уже задавали такой вопрос когда-то давно, и я сказал рыжий. Ну, честно говоря, это не важно. Кино или театр? Театр, кино. У тебя есть домашний питомец? Брат. Ну, нет, были рыбки, но уже сейчас нет. Был кролик, но уже он умер. Любишь зиму? Зиму люблю. Любил физику в школе? Лето тоже люблю. А? Любил физику в школе? Физику нет. Суши или пельмени? Пельмени, конечно. Тебе нравится твое имя? Да. Хотел бы себе тату? Тату. Группу тату? Хотел бы, в принципе, пообщаться. Любишь целоваться? Да очень, больше всего. Ум или красота? Ум, красота, да... Спорт! Нет, про спорт дальше будут вопросы, да? ЦСКА или Спартак? Мы же на Динамо, а Динамо... Конец. Отлично. Все? Да. Быстро так? Только это...